Самым популярным видом на сегодняшний момент среди муравьев является вид мессерструктор. Называйте его как хотите. Единого правила для заимствованных латинских слов в русском языке нет. И мне лично без разницы, кто и где ставит в этом случае ударение. Даже если вы уподобитесь французам, ударяющим все на последний слог. Типа «мессерструктор», мне это лично по барабану. Я же ударяю, как мне нравится. Муравьи этого вида неторопливые, спокойные. Очень интересны в наблюдении. Это то, что надо для новичка. Вид этот моногинен. В колонии только одна матка. Присутствует ярко выраженный полиморфизм. Солдаты имеют массивную голову с крепкими мандибулами, которые служат им для разгрызания твердых семян. Мессерструктор, как и прочие жнецовые муравьи, питаются в основном семенами. Это еще один существенный фактор, облегчающий их содержание. Насыпали им чайную ложку семян на 500 особей, и 3 месяца можете о кормлении и не думать. Ну, разве баловать изредка, раз в неделю кусочком мяса или какого-либо насекомого, кому что удобнее. Еще один важный фактор – это влажность. Муравьям просто жизненно необходима влага. Вода – это второй ключевой фактор нормальной здоровой колонии. Вообще, увлажнение – это самая важная составляющая правильной колонии, и о ней мы поговорим особо при случае. Ну вот, кое-какие базовые знания я изложил. Перейдем к практике. Как или где приобрести колонию мессерструктор? Обитает муравьи этого вида в южных регионах Российской Федерации, на юге Украины, юге Казахстана и по Средней Азии. Лет у муравьев происходит преимущественно в апреле-мае, с небольшими отклонениями в данном диапазоне в приложении к географическим особенностям вашей местности. Другими словами, если вы не хотите сами заморачиваться с отловом маток этого вида, или они попросту не водятся в вашей климатической зоне, то проще всего купить колонию у надежных продавцов с авторитетом. В сезон предложения часто перекрывают спрос. В это время также активизируются и малолетние мошенники. Потому рисковать вам, доверяясь неизвестному продавцу или нет, решать только вам. Итак, исходим из того предположения, что колонию вы приобрели. Что дальше? Поместите ее в правильный инкубатор. Если у вас колония пока состоит только из одной матки, то кормить матку не нужно. Не вздумайте в особенности пичкать ее сиропами. Мессорам он противопоказан. Обычно запасов питательных веществ матки достаточно на поднятие десятка первых муравьев. Ну а дальше муравьи будут сами обеспечивать свою королеву всем необходимым. Как только появились первые рабочие особи, насыпьте им немного мелких семян из корма для мелких попугаев, например. Мелкого проса, кунжута, мака. Пусть семена присутствуют в небольшом количестве, но в широком разнообразии. Избегайте также давать муравьям различные крашеные семена. Главное, чтобы все это было по зубам муравьям. Не измельчайте семян. Первые муравьи могут попросту отказаться их есть. В это время важно не подвергать матку стрессам. Не беспокойте ее без нужды. От постоянного стресса матка может погибнуть. Затемните пробирку. К очень сильному стрессу приводят различные вибрации. Например, свою первую колонию я держал на столике, на которой передавались вибрации от компьютерного системного блока. Из-за этого мои муравьи ничего не ели, и в поведении их наблюдалось постоянное беспокойство. Как только я устранил причину стресса, колония стала спокойнее и быстро пошла в рост. Чтобы пробирка случайно не раскололась и не каталась у вас по шкафу или столу, причиняя страдания вашей молодой колонии, установите ее на простенький штатив. И как только число ваших муравьев превысит 10 особей, подключите простенькую арену, как показано у меня на видео.
Как только количество ваших муравьев перевалит за первый десяток, можно также предложить им и белковый корм. Небольшое насекомое или вареное яйцо вкрутую, например. Может случиться так, что муравьи сразу откажутся есть белок. Не настаивайте, не стучите по пробирке и не беспокойте их. Заставить вы их не сможете. Не хотят, значит, он им не нужен пока. Как только белок вашим муравьям потребуется, они станут есть все, что не попадется. Мои жнецы, например, охотно исполняют роль домашней собаки. Голодают объеденные мной кости. Вот практически все, что нужно вам знать, чтобы поднять вашу первую муравьиную колонию из жнецов вида Mesorstructor. Спасибо за внимание, продолжение следует.